паузу выдерживал Дмитрий Калинин. Это был очень грамотный вброс. И не случайная шайба сейчас у Спартака. Бросок, добивание. Райан Стоа с пятачка. Это то, что мы видели летом, и то, что мы видим в первом матче регулярного чемпионата. 1-0, Спартак впереди. Заблокировал бросок Калинина Якова, но первым к шайбе после рикошета успел Райан Стоа. И на этот раз без всяких вопросов Спартак открывает счет. Точно так же, кстати, как и в первом периоде, в большинстве, да, удалось забросить шайбу. Но на этот раз вопросов у тренерского штаба финской команды не будет. Здесь все очень удачно сложилось для Райана Стоа в том числе. И нападающий первого звена, 94-й номер, центральный нападающий первого звена,